Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «В гостях у Анушки». Сегодня я хочу рассказать вам, как приготовить зефир в домашних условиях. Еще расскажу вам, как проверить агар-агар и быть уверенным в том, что зефир обязательно получится. Для зефира нам понадобятся яблоки, именно в яблоках содержится большое количество пектина. Также всегда выбирайте зеленые кислые яблоки, если у вас будут кислые яблоки, это поможет сделать зефир не таким сладким. Зефир всегда готовится с большим количеством сахара, поэтому если ваши яблоки будут очень-очень кислыми, ваш зефир получится менее сладким на вкус. У меня сегодня яблоки очень кислые, они даже немного недозревшие, это то, что нужно. Яблоки я промыла и теперь режу их на 4 части и вырезаю серединку. Яблоки перекладываю в кастрюлю, добавлю на дно немножко воды и отправляюсь к плите. Включаю максимальный огонь и довожу все до кипения. После того, как яблоки закипят, я убавляю огонь на минимум и готовлю яблоки под закрытой крышкой примерно 13-15 минут. Периодически подхожу, все перемешиваю. Когда яблоки полностью станут мягкими, яблоки готовы. Если яблоки вы не хотите готовить на плите, вы можете отправить их в микроволновку и готовить примерно 6 минут, также до мягкого состояния. Еще яблоки вы можете отправить в хорошо разогретую духовку до 180 градусов и запекать их примерно 20 минут. Выбирайте любой подходящий для вас вариант. Мне больше нравится готовить на плите. Вот до такого состояния я готовлю яблоки. Теперь все нужно пробить блендером. Теперь яблочное пюре я пропускаю через сито. У меня сито не очень мелкое, поэтому в моем зефире вы увидите такие мелкие крупинки яблок. Если вас это смущает, выбирайте очень мелкое сито. Из килограмма яблок у меня получилось 550 грамм вот такого вот яблочного пюре. Для первой порции я возьму 125-130 грамм яблочного пюре. В пюре добавляю 100 грамм сахара. Все хорошо перемешиваю и отправляюсь к плите. Мне нужно, чтобы сахар сейчас растворился. Также, если яблочное пюре получилось очень жидким, его нужно будет немного уварить. Мое яблочное пюре получилось достаточно густым, поэтому я провариваю буквально 30-40 секунд. Если ваше яблочное пюре было жидким, уварите его до вот такого вот густого состояния. Яблочное пюре я сразу переливаю в другую посуду. Накрываю все обязательно вот так вот в контакт пленкой, чтобы ничего не заветрилось. И теперь пюре нужно обязательно хорошо охладить. Если у вас есть время, оставьте его на 3-4 часа в холодильнике. Для второго зефира я возьму 100 грамм черники замороженной, добавлю немного водички и ставлю все на огонь. Можно также дождаться, чтобы ягоды разморозились в ковшике, и тогда не надо будет добавлять воду. После закипания я провариваю ягоды 3-4 минутки и также пропускаю все через сито. Если вместо черники вы хотите использовать, допустим, вишню, клубнику или черешню, тогда нужно будет также все пробить блендером и после этого уже пропустить через сито. Приготовить зефир чисто из черничного пюре не получится, так как в этой ягоде практически не содержится пектин, поэтому черничное пюре я буду использовать 50 на 50 с яблочным пюре. Можно использовать пропорцию и 30 на 70, главное, чтобы яблочного пюре было больше, чем любого другого пюре, которое вы хотите добавить в свой зефир. Сейчас я беру примерно 100 грамм яблочного пюре и примерно 40 грамм черничного пюре. Пропорция такая же, примерно 125-130 грамм фруктово-ягодного пюре, 100 грамм сахара. Все перемешиваем и снова отправляемся к плите. Как видите, масса у меня получилась достаточно жидкой, теперь нужно избавиться от лишней влаги. Это пюре нужно сейчас уварить до густого состояния. У меня огонь средний, я варила примерно 3-4 минутки. У вас на это может уйти чуть больше или чуть меньше времени, все зависит от ягоды, которую вы используете. Вот так вот пюре должно стекать с лопатки. Дальше пюре также переливаю в другую посуду, накрываю пленкой и хорошо охлаждаю.
Теперь пару слов о агар-агаре. Для того, чтобы зефир получился, агар-агар должен быть хорошего качества. Об этом все говорят, но сегодня я хочу показать вам, как его проверить. Для одной порции зефира я беру 75 мл воды и 5 грамм агар-агара. При нагревании агар-агар должен вот так вот густеть. Если этого не происходит, значит зефир у вас не получится. Сейчас я приведу пример. У меня здесь 150 мл воды. Я всыпаю 10 грамм агар-агара, который обычно продается у нас в супермаркетах. Точно так же все довожу до кипения. И этот агар-агар, он не густеет. Он остается вот таким же жидким. Такой агар-агар подходит для желе, для муссовых тортов, для крема, но не подходит для зефира. В дальнейшем я вам покажу, как из такого агар-агара можно приготовить очень вкусный фруктовый крем для торта. Поэтому, чтобы не потерять это видео, не забудьте подписаться на мой канал. Вернемся к приготовлению зефира. Яблочное пюре у меня хорошо охладилось, оно стало еще гуще. Немного его перемешаю и перекладываю в посуду, в которой буду его взбивать. Сюда же отправлю один сырой белок от крупного яйца весом примерно 35 грамм. Теперь это все нужно хорошо взбить в пышную пену. Я буду одновременно взбивать и варить сироп. Если у вас ручной миксер, вам нужно вначале взбить все в пышную пену, потом начинать приготовление сиропа. Для сиропа нам понадобится 5 грамм агар-агара. Этот агар я купила в интернете. Крепость этого агара я не знаю, я почитала отзывы и заказала. Сюда же наливаю 75 мл воды. Немного все перемешаю и ставлю на огонь. Также сразу взвешиваю сахар. Для сиропа лучше взять 200-250 грамм сахара. Я возьму примерно 230-240 грамм. Сироп я буду варить на среднем огне. Моя посуда с толстым дном. Если ваша посуда с тоненьким дном, тогда варите на огне чуть ниже среднего, чтобы ничего не горело. Как загустел агар-агар, всыпаю сахар и очень хорошо и быстро все перемешиваю. Сироп я все время помешиваю, чтобы ничего не пригорало, агар-агар может пристать ко дну, поэтому используйте венчик, чтобы хорошо все перемешивать. Сироп я варю без термометра, у меня его нет, ориентируюсь только по густоте сиропа и по нити. Сейчас я вам покажу, какая должна быть нить. Сироп я варила примерно 5 минут, посмотрите, как он сменил цвет. И вот такая вот нить должна тянуться примерно на 15-10 сантиметров. Если нить рвется, продолжаем дальше варить. Посмотрите, как у меня хорошо тянется нить, она тянется примерно на 20 сантиметров. Все, сироп готов, я его снимаю с огня, оставляю его буквально на минутку, чтобы он перестал кипеть. И тоненькой струйкой вливаю по стеночке в ягодное пюре. Миксер у меня работает сейчас на средних оборотах, когда волью весь сироп, включу максимальную скорость. Старайтесь наливать по стеночке, чтобы сироп не попадал на венчик и не разбрасывал его по всей чаше. Все, что получилось вылить с ковшика, я выливаю, а все, что остается на стеночках, я оставляю. Ничего собирать со стенок не нужно. Еще для аромата в зефир можно добавить ванилин по вкусу. Пока у меня миксер будет работать, я подготовлю пергамент, закреплю его к противню, чтобы он не тянулся за зефиром, когда я его буду отсаживать. Также подготовлю кондитерский мешок и насадку. Насадку я использую открытая звезда 1М. И если у вас ручной миксер, подготовьте это все заранее, перед началом приготовления зефира. Масса поначалу будет очень горячей, постепенно она будет остывать и густеть. Когда зефир вот так вот начнет наматываться на венчик, нужно сразу останавливать процесс и перекладывать все в кондитерский мешок. Агар-агар начинает стабилизироваться уже при температуре 40 градусов, поэтому зефир нужно будет отсаживать еще теплым. Зефир нельзя оставлять в чаше миксера, его сразу нужно переложить в кондитерский мешок. И если вы будете делать двойную порцию, подготовьте два средних мешка сразу или один большой мешок. Как заполнили мешок, сразу же отсаживайте зефир, долго не возитесь, иначе вам будет тяжело отсаживать зефир. Теперь покажу вам, каким получилось черничное пюре. Оно тоже вот такое вот густое. Хорошо его перемешиваем, также перекладываем в чашу миксера, добавляем белок и варим сироп. В общем, для приготовления всего зефира я потратила чуть больше 200 грамм яблочного пюре. Остальное пюре я замораживаю. Хранить его можно в морозилке около 3 месяцев. И перед употреблением я достаю его из морозилки и размораживаю в холодильнике.
Если вы в первый раз будете делать такие розочки, примерно с 5 или 10 попытки у вас получится красивая роза. Мешок я держу вертикально, немного в середину выдавливаю зефир, не перестаю давить на мешок, провожу круг. На завершение круга перестаю давить на мешок. Если хотите, можно провести двойной круг и получите высокий зефир. Если у вас нет пергаментной бумаги хорошего качества, зефир можно отсадить также на фольгу. От фольги он очень хорошо отходит. Теперь зефир должен высохнуть в сухом месте. Я оставляю просто на кухне, окно не открываю. Оставляю зефир как минимум на 12 часов. Через 12 часов он должен быть полностью сухим и не прилипать к пальцам. Теперь зефир я буду обсыпать сахарной пудрой и соединять две половинки. Друзья, вы мне очень часто пишете о том, что у вас нет пудры, что делать, если нет пудры, чем ее можно заменить. Я пудру делаю дома сама из сахара. Немного сахара высыпаю в чашу блендера, измельчаю буквально 2-3 минуты. Пудра сейчас получилась не очень мелкая, но уже пригодная вполне для того, чтобы обвалять в ней зефир или маршмеллоу. Если еще дольше поработать блендером, тогда вы получите очень мелкую пудру. Теперь, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Зефир получился очень пористый внутри, он прекрасно держит форму, пружинит. По вкусу этот зефир на самом деле получился в меру сладким. Выбирайте кислые-кислые яблоки, и вы получите вот такой вот результат, и при этом не сильно сладкий зефир. Я всем советую попробовать приготовить дома зефир самостоятельно. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. И забегу наперед, отвечу насчет желатина. Агар-агар можно заменить на желатин, но это будет абсолютно другой результат и немножко другой процесс приготовления. Если вам это интересно, напишите об этом в комментариях, и я обязательно сниму видео о том, как приготовить зефир на желатине. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много вкусного. До новых встреч!